Всем привет, с вами снова Ниагара, и мы продолжаем проходить парк юрского периода Лего Исла Нублар. Да, тот самый интересный, но злополучный остров, на котором произошли такие у нас неожиданные события. Так, тут уже ничего не осталось. Можно сказать, даже техническая катастрофа, плюс еще подстава, поэтому... И поэтому все так произошло. Ага, я вижу, куда нам идти, я тут все хочу пошибать. Вообще, наверное, набрать можно несколько миллионов этих деталек, потому что в игре их очень-очень много. Ага. Давай-ка выстрелим. Тинкс. Может быть, он соберет какую-то деталь, которой не хватает. Сюда вот ее нам поставить. И там, возможно, ждет нас какой-то бонус. А там темно. У кого, елки, есть фонарь? А? Вот у кого? Ни у кого, блин. Что? Тут карта, по-моему, какая-то. Так, а кто здесь может что-то сделать? Никто из вас, да? Угу. Ладно. Опять же. Натыкаемся на задание для других персонажей. Ну что? Идите разбирайтесь. Что тут надо? Ключа нет. Ага. Нет ключа. То есть мы все равно должны туда как-то попасть. Так. Что? Что он хочет? С помощью... Так, как можно все... У Тимми есть такая штуковина? Серьезно? Тимми? Ну то что? Вот. Ах ты, Тимми! Вот кто у нас ходит в темные помещения, в разные пещеры. Как же так-то? Мы раньше не знали, что она у тебя есть. Причем, вот когда просто он бегает на свету, ничего не происходит. А именно, когда он подходит к темному месту, появляется эта кнопочка Б. 45 тонн! 45 тонн. Представляете? Hello? Не надо кричать, алло. Символ игры прям колбаса. Протер такой. Ку-ку. Так, побег из кухни. Да, нам не в ту сторону, я там хотела собрать. Ага. Да, нам нужно спрятаться, только как? Как-то тут можно это сделать. Они со всех сторон тут. Ну, не идет дальше, по-моему. Идет. Чем-то надо отманить. Чем? Давайте смотреть. Вот. Вижу. Оп.
Ну стой, пока он занят, мы, наверное, можем там пройти, да? Пошли, Тимми. Нет? Тогда прячемся. С этой стороны пойдем. Вот. Так, Тимми спрятался. Пролез с другой стороны. Нет, мы спалились. Так, подожди. Ой, она не может пройти. Отвлекающий маневр. Так. И она должна выстрелить. Есть. Что ест там? Горячий суп. Похоже. Так, идем дальше. Сестренку надо как-то вытаскивать оттуда, потому что там тупик. Так, 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 так. Здесь что? Я сейчас здесь освобожу путь. Вот. Но этим шумом мы привлекли второго. Ёлки. Ладно, хоть поел немножко. Дурлей. Так, пошли. Подсаживаемся. Давай, мы уже так делали. Это где мы сейчас появимся? О, нифига себе. Это косипоры. Все время привлекают внимание. Нюхал. Он так дышит, как будто ему жутко страшно, жутко-жутко. Пойдем посмотрим, что здесь у нас есть. Ага, здесь нам нужна наша сестренка. Очень нужна сестренка, может быть, надо на него покатить. Вот это все дело. Держи. Он меня не видит. По крайней мере, не заметил. И шума не понял. Так. Нужны мне детальки. Угу. А здесь, видимо, кто-то другой опять-таки нужен. Это выход. Ребята. Я так думаю. Ага, там должен зайти Тимми. Давай, включай свое видение. Что здесь есть? Что он тут видит? Все нужно разломать. Понятно. Иначе ничего не найдем. Интересно, конечно, будет перепройти со всеми открытыми персонажами. И найти то, что как бы ранее было недоступно все это открыть. Нюхали эту мороженку. Или что это? Так. Ладно. Одного мы закрыли. А как нам выход-то? Как? Тут профессор нужен. Только он, видимо, знает эти пароли. Ё-моё. Остался только один. Нам нужно пойти вперед. Давай. Тихо. Поварёшками не шумим. Идем параллельно. Вау! Проверка реакции. Я думаю, он еще так должен сделать. Ну, что-то подобное. Угу. Давайте. Да не бойся ты его. Так, ладно, сейчас соберем ему тут преграду.
Все, загородили. Морду не может просунуть. Нет? Так, а что тогда? Подожди. Нет, он тоже не может пройти. А, только за детей я могу поиграть. А, вот это можно разрушить, наверное, нет? А пройти поверху? Ну вы что, серьезно? Как я должна здесь пройти? Ой, прости. Что же нам с ним сделать? А, вот. Я не сразу сообразила, что так надо. Чтоб он ушел. Смайлик. Типа я умею открывать двери. Так, она очень боится. Здесь она не может ничего сделать. Да вы продержитесь, я уверена. Подождите. Это что? Что-то мы тут дособирали. Это, наверное, немаловажно, да? Так, какой-то блок питания. Не знаю, сейчас вообще на интуиции что-то происходит. Так, законнектилась. А, подключились компьютеры. Отлично. А кто это должен сделать? Ну, она, видимо, потому что эти двери держат так. Только хакеры, например, Тимми, что ли, могут пользоваться лего-терминалами. Ладно, хакер. Пойдем сначала посмотрим, что тут есть. То есть у нас... Она совсем не хакер. О, сейчас разгромим им весь офис. Нафиг. Слишком все у вас тут красиво. Так. Мониторы тоже громи, правильно. Инжин все равно уже разорилась. Судя по тому, что творится на острове, в их парк больше никто не поедет. Тимми только в шоке от сестры. Что она творит? Господи. Успокойте кто-нибудь эту бешеную. Как ее зовут? Я опять забыла. Так, ага. Сервера мы не можем сломать. А вот это? Она, наверное, еще может так забежать, чтобы лопнуло стекло. Есть! Ха-ха! Вот так вот. Очень хитренько запрятали. Это, кстати, тот самый компьютер, да, весь в пицце. Этого предателя. Стол. По сути, из-за него мы все здесь. Даже не столько из-за непогоды. Сколько вот из-за этого чувака. Парень боится прям такой. А-а-а! Что? Что происходит? Иди это, включай. Нет, не ты. Ладно, тогда я. Нет, все-таки она хакер. Лекси, да. Блин, почему я все время забываю имя? Прокладываем. Путь, смотрим камеры. Такие. Так. Дальше поехали. Быстрей, быстрей. Ну, у нас нигде таймер не идет, так что это... Я думаю, они будут удерживать дверь столько, сколько потребуется. Вот он, все еще жив. Голоса, кстати, персонажей очень похожи. Может быть, их озвучивали реальные актеры, которые в фильме играли, не знаю.
Ну или так, по крайней мере, озвучили похоже. В холодильнике в шапке сидит. Тот, которого мы закрыли. Я, правда, тут все сломала, но что-то заработало у нас. Так, ага, там, наверное, да, там мне нужен Тимми. Там маленький проход. Побежали. Пошли за мной. Так, это что? Это я взять не могу. Он сейчас спустится вниз. Только что здесь нужно сделать, я пока не поняла, но сейчас мы разберемся быстренько. Я так поняла, что в этой игре торопиться никогда не надо. Если я раньше думала, что тут все на скорость, типа надо быстро. Нет! Тут у вас ограничения по времени совершенно нет. Бегайте, делайте свои дела, все, что нужно. Кстати, возможно, они потом все сюда спустятся, поэтому я не буду сильно увлекаться. Да, здесь нужен кто-то другой, поэтому ладно. Только то, что у нас вот здесь поблизости разрушен. Так. Здесь тоже нужен кто-то другой. Тут вот, кстати говоря, то ли ключ, то ли что это? Деталь какая-то. А, нет. Она исчезает. Деваем свое суперзрение. И что мы там видим? Недостающую нам деталь. Класс. Должно заработать. Пошел обратный контакт. Эти мониторы, кстати, мы же все разгромили. Чудным образом они заработали. Он сам, я думаю, выберется. Я пошла делать то, что от меня требуется там. Нужный файл. Так, а как? X. Так, где нужный нам? Ладно. Зеленый, желтый, красный. Да я не сказала волшебное слово, да блин. Красный, зеленый, желтый. Все, поняла. Смысл. Так. Запоминаю. Ну, это тренировка памяти, понятно. Последний. Так, 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 по-моему, вот так и сюда. Такой сложный у него пароль. Там кто-то с кофе ходит. У него там, да, выйти в этом помещении велоцираптор. Он такой с кофе гоняет. Так, телефон, возьмите кто-нибудь трубку. Он не берет-то. Мистер Хаммонд, телефон работает. Дети в порядке. Гранпа! Call the mainland. Tell them to send them helicopters. Блин. Gonna come through the glass. Он сейчас разобьет стекло. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь. Так, она может сделать, да? Нет? Сейчас быстренько все соберем, пока он бьется. И что это у нас такое? А, мы можем отсюда уйти. Я думала, они какой-то затвор придумают. Не. Свинья пробежала.
Он такой, нет, смотри, куда они пошли, карту взяли. Да, мы сейчас уже в центральном холле. Где-то вывеска. Добро пожаловать в парк динозавров. Так, я хочу играть за вот этого нашего Алана. Ну что, мы почти выбрались, я вам так скажу, потому что это уже где-то близко с финалом. Что там нам надо перепилить? Потому что тут уже центральный холл, дальше мы должны улететь на вертолете, по идее. Хаммонд сказал, что вызываем, да? Ух. Мало того, динозавры сбежали, мы еще им полуострова разгромили, это да. Это было увлекательно. Все, ломать не строить. Так, хотя мы здесь и строили. Да, обойти надо, да-да. Сейчас. Были моменты, да, что мы тут и строили. Так, подождите, мне нужна Элли. Польем цветочек. Надо как-то его нейтрализовать, потому что он Тимми не подпустит иначе. Вот. Вот так вот. Его зажало там. Так, Тимми, давай вперед. Вперед в атаку. Ну, я понимаю, что тебе очень страшно, такой страшный динозавр, но он там... Ой, нет, не то ты делаешь, он там прицеплен, так что не вырвется. Вот так вот. Я думаю, он под ним пролезет, а зачем ему? Тимми, скорее. Сейчас, подождите. Сейчас Тимми вам тут все сделает. Все разломал-то, нет? А, там надо еще полить, ладно. Для начала вот вам лестница. Не благодарите. Почему-то они очень долго думают о том, чтобы переходить. Давайте, давайте, а то сейчас опять кто-нибудь улетит. А, не, блин, не той женщиной управляю. Дайте пройти. Тут я не знаю, для чего мы сейчас это делаем. Сейчас увидим. Ага, это у нас будет такой трамплин, все поняла. Поняла. Мы там сейчас сможем перебраться, короче говоря. Девочки тут перелезли еще тоже. Так, подождите-ка. Ой, нет-нет-нет, давай обратно. Как вы туда попали, а? Покажите мне, я ничего не вижу. Вот. Блин. Все, теперь я уже так не могу, получается, да? Вот, могу же где-то туда. Ну-ка. Да ё-моё, мы там не все доделали, давайте. Не-а, не перелазит. Вот. Есть. Так, это... Кто должен делать, непонятно. А тут появляется только в определенной точке. Видите? Как-то ходишь. Раз, а есть, то нету его. Блин. Нет. То есть это, ну, просто выход обратно. Ладно, понятно. Все, я поняла. Просто выход обратно. Заморочилась сильно не на том, на чем надо было. Так. Ну давай. Мы должны что-то там для них сделать. Блин. Ты-то тут откуда? Разнесли холл.
Угу, мы все оказались внизу. Там были у нас еще какие-то действия, только надо было разобраться, конечно. Поподробнее, что делать. Так, побежали. А что, мы там можем что-то сделать? А, вот так вот? Мы можем им управлять! Ай-яй-яй, нет-нет-нет! Икс! На, получай! Батл у нас! Или я его, или он меня. Икс пропустили, по-моему. Ну-ка. Ой, не то. Так. А, опять тысяч. Ну он его кусает, смотрите-ка. Ой. По идее, он должен его загрызть. То есть Т-рекс должен его загрызть. Вот. Так должно было быть. Ой, простите. Ну, он там маленечко это... оглушен. То есть его нейтрализовали, и все нормально. Вот так вот. И мы смогли там себе путь к спасению открыть. Так. Круши там все, ломай. Вон сколько набрали сразу. Пока они там сражаются, мы тут еще понабиваем себе что-нибудь интересненького. Пожалуй, очень много персонажей осталось неоткрытых. Если это действительно уже скоро финал. Так, ребята. Опять сражаемся, да? Ой-ой, подожди, я чуть не загрыз. Так. Б. Опять А. Ну, теперь он его опять туда закинул. Опять туда же. А, мне нужна... Кто у нас там стреляет? Подождите, где она? Вот. Лекси. Подожди. Я должна успеть, пока он там оглушен. Видимо, еще кто-то пойдет, потому что он снова очнулся. Такой неугомонный. Он такой, да что ж такое, сколько я тебя буду убивать? А мы уже можем? А, я могу управлять за тираннозавры теперь. Офигеть. Я не думала, что в конце нам дадут побороться за именно этих, за динозавриков. Ну что? Я Эль кручу, что? Хочет. Надо его раскачать, видимо, сильно или что. А, вот так. After careful consideration, I've decided not to endorse your park. So have I. Мелкие все очухались. Все персонажи выжили, получается, так? Так, пропустим. Да, тогда эксперт по выживанию. Ага, открыты там еще персонажи. Машинка. Это мы нашли. Тираннозавр поэтому стал доступен. Можно было за него побороться. Так, завершить сюжетную часть. Получается, да, я как вам уже говорила, что это у нас финал. Мы улетаем на вертолете.
закинули Малькольма. Бревно. Персонажи все выжили, вот это удивительно. Ну это же Лего. О, мы можем за ним побегать, смотрите. Как бы идут титры. И можем тут еще побегать, пособирать, кстати говоря. Вот такие интерактивные титры я вижу впервые, серьезно. Ни в одной игре я не видела. Это прикольно. Пока вы тут как бы заняты делом, разработчики указывают всех, кто принимал участие. Ну я очень благодарю вас, ребята, за то, что вы посмотрели, за то, что писали свои советы и комментарии. Не забывали ставить лайки. Всегда приятно, что вы поддерживаете прохождение. Вот. И, конечно же, я продолжу проходить серии Лего. Еще куплено несколько игр. Это Гарри Поттер, Бэтмен. По-моему, еще какие-то были. Вот. И мы обязательно снова там встретимся с вами. Ну, и пока ждете, можете посмотреть что-нибудь другое. У меня на канале очень большая игротека. Есть для всех любителей жанров. В общем-то, игры. На этом я с вами попрощаюсь. Мы, наверное, не будем досматривать, да? Всю эту беготню. Вот. Скажу вам еще раз огромное спасибо. С вами была Ниагара. Всем пока-пока.